отдыхает. Командиры возвращаются на базу. Видно, скоро пришвартуется. Для Берка недостаточно скоро. Этот козел пару часов не мог подождать. Лично прилетел, чтобы на арестанта посмотреть. И Кайтнер с собой прибыл. Вряд ли он сам ее позвал. Наверняка ей пришлось долго его уговаривать. Она командир базы, но Берке его спецсилы плевать на это. Что ж, надеюсь, она узнает, что хотел. Как только этот шут попадет в лапы Берка, никто больше ничего от него не узнает. Отлично. Я был там как... Ричард. Фрэнсис Причард теперь не скоро тебя услышит, братан. Мы слишком близко к базе. Здесь стоят генераторы помех. Тогда кто ты? Человек, который потратил много сил на то, чтобы твой побег выглядел случайностью. Я надеялся, что ты не привлечешь так много внимания. Но что уж тут поделаешь. Проберись к кормовому трюму. Найди задние ворота и зайди в них. Тебе придется разобраться с охраной. Но учти, чем дольше ты будешь оставаться незамеченным, тем лучше. X-Ray 9. Северный ветер 7-9-0. Сильная буря. Хорошая видимость. Нос и корма полный назад. Настоящий воин, братан. Я попробую выиграть время, но... Так ты хакер. В первом грузовом отсеке есть служебный тоннель. Попасть туда можно через люк на полу. Забирайся туда.
Иди по кабелям. И постарайся не убивать того, кто там есть. Доступ разрешен. Ты за всем этим стоишь, ты? Я сказала стоять. Я все объясню, если ты не будешь подходить ближе. При последней нашей встрече ты махала кулаками, а теперь поговорить хочешь? У меня не было выбора. Я разыгрывала эту комедию для Берка. Он до сих пор считает, что я на стороне Белл Тауэр. Если он поймет, что я причастна к твоему побегу... Это твоя проблема, не моя. То есть доктор Меган Рид ничего для тебя не значит? Что тебе известно о Меган? Мне известно, что это имя вызвало слишком бурную реакцию, когда я упомянула его в беседе с Берком. Хочешь сказать это не так? Я бы очень хотела так сказать. Я точно знаю лишь одно. На базе ее нет. Это еще что значит? Не то, о чем ты подумал. Станция Rifleman Bank поддерживает все операции Белл Тауэр в этом регионе, Джек. Сколько? 5. Под охраной спецназа с большим количеством имплантов. Почему я, Кайтнер? Так ведь тебя зовут. Так Бёрк звал тебя на корабле. Не Таня Кайтнер, да. Выдать? На кого ты работаешь? Несколько месяцев назад со мной связался агент Интерпола. Они уже давно следят за Белл Тауэр. Мне потребуется дополнительная информация. К сожалению, не могу. Он засекречен. Но ты что-то видела? Мельком. Это станция наполовину база? Ладно. Что от меня требуется? Не двигайся пару секунд. Что за... Спокойно. Я лишь собрала твои биометрические данные. Данные о сетчатке, снимке легких и сосудистой системы. Только тут? Почему не в других? Потому что ты беглец, Дженсен. Чем меньше свободы я тебе дам, тем более вероятно, что ты им и останешься. Я помогу тебе пробраться в тюремный лагерь, но с крылом допросов будут проблемы. Думаю, ты не хочешь, чтобы я у него спрашивал. Все шутишь. В диспетчерской вышке тюремного лагеря есть компьютерный терминал. Еще вопросы есть? Хочу кое-что прояснить насчет тебя и Берка. Он выше тебя по званию? Официально да, но эта станция лишь частично является военной тюрьмой.
Так мне можно не волноваться, что все это лишь изобретательная попытка бунта? Бунта? Думаешь, я бы стала стольким рисковать из... Слушай меня внимательно, Дженсен. Берг – сексист и шовинист. И да, он старше меня по званию. Это может уничтожить Белтауэр. У Белтауэр была честь. Мне бы не помешало железо. У капрала Тайлера будет доступ к арсеналу. Ты все еще беглец, Дженсен. Советую особо не высовываться. Знаю я таких. И почему я должен доверять ему? Потому что ему доверяю я, и он недолюбливает Берка. Охранники в тюрьме. Это люди Берка или твои? Определенно Берка. Агенты спецсил. Начнешь там перестрелку, не жди, что уйдешь живым. Это все, что мне нужно знать. Отлично. Я загружу данные отсюда. Можешь идти. Когда доберешься до тюремного пункта, будешь уже Аланом Тайлером. Просто будь осторожен и постарайся не привлекать слишком много внимания. Что? Что тебе, Дженсен? Мне нужно время. Это все, что мне нужно знать. Супер. Тогда уходи. Выйди на связь, когда будешь в тюрьме.